Друзья, всем привет! С вами Александр, и вы на канале Один на Один. Сегодня у нас четверг, сегодня я решил остаться у себя на участке, у себя дома, никуда не ходить, я имею в виду по вопросам курьерской работы, то есть я никуда не пошел. Все почему? Потому что вчера у нас был ливень, очень жестко он прям ливанул, я только-только домой зашел, был мелкий-мелкий кропалящий дождь, ну как мелкий относительно. Все равно я промок, пока до дома дошел, и как только домой дошел, буквально через 5 минут ужасный ливень ливанул. Сегодня он ожидается тоже буквально через 3 часа и к вечеру прекратится, поэтому смысла в такой работе не будет. И я решил дальше заняться расчисткой участка, я его потихоньку расчищаю, то есть буквально каждый вечер прихожу домой и с 6 где-то до 9, до 10 я немного кашу и кое-какие результаты получаются. Также у меня всякий хлам на огороде попадается, который походу не убирали. Я его стаскиваю, чтобы он просыхал, это доски. Решил я все-таки в итоге поставить здесь печное отопление, печку поставить, и вот это вот будет топливо. Ну и как бы там ДСП, ДВП. Пригодится для каких-нибудь строительных работ, даже для той же опалубки, чтобы заливать фундамент для чего бы то ни было. Ну, вот этот участок я еще не докосил. Это так, для сравнения, как выглядел участок. И давайте перейдем к месту, где я уже немного поработал. То есть для сравнения. Вот здесь я работал обычной литовкой, в принципе. Уже в конце было электрокосой, вот это вот, где нужно было серпом скосить электрокосой, а вот тут я проработал обычной литовкой. Также всякие вот такие тоже двери попадаются на участке, я их просто складирую, трава. А вот здесь я уже начал работать электрокосой, и то есть участок довольно сносно образуется. То есть вот смотрим, какая штука получается. Здесь крапивой в основном было заросло. Чтобы вот такого добиться, даже вот она опять уже поднимается вверх, растут вот эти пеньки. Чтобы вот такого добиться, нужно пройти буквально в 3-4 раза. То есть первый раз, так как это крапива и прочие сорняки, они высокие, ты скашиваешь где-то чуть, ну, вот где-то, это вот такой вот высоты, вот такие вот пеньки остаются у тебя, получается, ты скашиваешь. Потом ты уже, ну, граблями, естественно, это все сгреб, убираешь. Второй раз проходишь, сколько, ну, получается, до дна, то есть, прошел, опять сгребаешь, проходишь. И третий раз ты уже стараешься как можно более вот так вот эффективно пройтись, чтоб получилась вот такая, так ее назовем, красота. В принципе, я решил, что мне вот такого участка как бы хватит, хотя можно еще дальше продолжить, но это по желанию уже будет. Пока что мне вот этого участка, в принципе, хватит, и этот расчищу. Все никак не могу понять, что тут люди собирались или намеревались сделать. Потому что вот, немного пройдя, здесь мы видим оконную раму. Которая, вот оконная рама реально, вот она лежит и лежит. Вот здесь тоже какие-то рамы, доски, непонятное что. И сегодня планирую куда-нибудь туда пробраться, но тут у меня и малина аккуратно посажена, как-то надо так сделать, чтобы ее не спилить что-то. И вот такой вот получается туалет. К туалету пока тоже не пробраться, но сегодня, я думаю, до него доберусь. И сегодня-завтра на днях доберусь, поставлю ему дверь, посмотрим, что с ним, как с ним, что с ним сделать. Так по виду он крепкий, хорош, только двери нет. Кстати, хочу сказать, на расчистку вот этого вот небольшого буквально участка у меня ушел как раз вечер, это 3-4 часа приблизительно, вот на расчистку вот такого вот участка ушло времени. То есть это ничего не просто. Скосить-то просто, самое сложное это граблями сграбить вот это все. На днях я жарил шашлыки, сделал такой самодельный мангал, когда я уже все домой пришел, думаю, о, буду жарить, все уже закупил. Я вспомнил, что у меня ни шампуров, ничего такого нет. И думаю, ну, что поделать. Буду исходить из того, что будет. В общем, нашел вот такую какую-то железку. Нашел какой-то стальной, не знаю, что это такое. И проволоку. Ну и, в общем, пожарил себе окорочка, замаринованные на ужин. Также, что еще хочу сказать, что я нашел. Я нашел вот такой вот у меня ручеек, не ручеек,
который и отходит, ну вот, не знаю, видно, не видно, насколько его, который, судя по всему, он отходит у меня из колодца моего. То есть вот он, колодец. Его нужно будет обязательно прочистить и как-то облагородить. Так, ну и сам колодец. Я уже показывал, покажу еще разок. Так, тут у меня, получается, вот такие вот дела происходят. Тоже, конечно же, это все нужно чистить и приводить в порядок. Так, ну и дом отсюда выглядит вон так. Очень важно при скашивании соблюдать технику безопасности. И, конечно же, это в первую очередь глаза, чтобы всевозможные щепки не отлетали. Так как я маску тоже не подумал сначала купить, я сделал себе вот из такой бутылки 5-литровой от воды. То есть я ее просто тупо разрезал, приделал шнурок, вот так вот одеваю, затягиваю. И, в принципе, она держит, крепится. Ну, она своих функций выполняет, и я, в принципе, доволен. Ну, а теперь, пока погода прояснилась и дождь еще не начался, давайте отправимся работать. Время уже начало второго, дело помаленьку движется, то есть вот, уже какую-то часть расчистил. Я, кстати, сейчас прокосил до конца, ну, сколько я намереваюсь сделать участка. Вот тут у меня деревья, тополи, я их обкосил, некоторые выпилю или не буду выпиливать. Ну, серпом тут, походу, придется поработать, вот здесь черная смородина, не знаю, говорил, не говорил. И получается, участок я себе приблизительно вот до вот этой вот, что это такое, до вот этой вот черемухи я себе обозначил ориентир, то есть приблизительно вот такой вот он будет. И вот здесь на один раз прошелся. Сейчас я это все граблями пройдусь, потом вилами выброшу и по второму, по третьему кругу. То есть получается, у меня участок вот такой вот длины. Вот такая, в принципе, у него длина участка. И сегодня хотя бы вот по вот этой вот части еще ту часть пройти. Ну, там-то будет проще, как бы. Там не такие заросли. Еще одна проблема, с которой столкнулся, это огромное количество муравейников с красными муравьями. Я их, конечно, кипятком заливаю. Но это так, на скорую руку. В дальнейшем нужно будет специальное средство против муравьев взять. Но сейчас идти мне ради того, чтобы взять какое-то специальное средство, просто тупо я умею ценить свое время. Время 5 часов вечера. Дождь так и не начался. Зато вот я уже какую территорию, получается, расчистил. И самое главное, я нашел вот эту вот резину. Резина лежит на полу, она сохнет, она была свернутая. И на ней же на трава росла. То есть я ее постелю, это будет моя дорожка к туалету, получается. Туалет, кстати, откопал, там надо пол менять будет, дверь делать. И помимо этой одной дорожки есть еще вторая такая же дорожка, вот она. И, кстати, вот эти все доски, вот эти все двери, это как раз вот с этого расчищенного мною участка. Вот отсюда, с небольшого этого участка. За вот эту часть тоже принялся. То есть вот получается. Вот здесь нашел бревна. Тут, походу, где-то береза была, ее спилили и на чурке распилили и сложили. Вот здесь и вот здесь, получается. И с этой стороны, то есть мой участок, вот, я уже теперь знаю, вот здесь его забор.
Но я решил прочистить вот до сюда. И сюда, получается, скидываю всю вот эту траву. Тут наверху я тоже буду чистить. И еще вон сколько много у меня рам оконных, получается. В некоторых из них есть стекла. Это хорошо, это радует. Но вот здесь тоже куча всякого барахла и мусора, хлама я вижу отсюда даже. Вот тут тоже огромное количество, но вот реально хлам. Вот зачем сюда это все накидывалось? Вот непонятно вообще. Теперь ходи это все убирай. Ну да ладно, это все мелочи. В общем, росла здесь малина, я ее решил тоже полностью выкосить. Ничего здесь такого не будет. Будет просто расчищенный участок. Думаю, вот этот участок, который сейчас расчищаю, его до конца расчищу. Ну и, пожалуй, наверное, на сегодня хватит, потому что подустал я за сегодня. Вот по итогу, сколько я отработал, проработал. Сегодня больше я уже делать ничего не буду, потому что реально просто устал. Время у нас часов 6, наверное, уже, или без 10 6, ну, около того. Ух, чувствую, сегодня спать буду без задних ног. Это действительно, это прям мощное кардио. То есть, я не знаю, ну, килограмм, наверное, на килограмм я, наверное, сегодня похудел. Килограмм жиров, наверное, своих лишних сжег. В принципе, за то время, что залы закрыты, успел, конечно же, сколько-то набрать. И это, в принципе, не может не радовать. Вот это дело, вот этот вот покос, расчистка участка, не нравится мне оно. Ну, такая работа, я не думаю, что вообще она может кому-то нравиться. Но ее нужно сделать. И нужно сделать в первую очередь, потому что потом просто проходиться. И буквально за час можно будет весь участок подравнивать, подкашивать. Раз в две недели прошелся буквально триммером с леской. И все готово. Будет чистота и порядок. Но знаете, как я себя мотивирую? Когда я вижу вот эти вот труды своих работ, то я понимаю, что действительно с каждым днем, с каждым часом я приближаюсь на пути к своей цели. Моя цель — это быть действительно успешным и независимым. Независимым ни от чего и ни от кого. Чтобы не знать, что такое нуждаться в деньгах и делать действительно то, что ты хочешь. Хочешь жить на каком-нибудь острове на берегу моря? Пожалуйста. Хочешь еще что-нибудь? Пожалуйста. Хочешь заниматься любимым делом? Пожалуйста. Но в то же время заниматься тем, что тебе действительно нравится. Вот это моя цель, и к ней я иду. А самое главное, друзья, каждый же может то же самое. Каждый может заняться тем, что ему хочется, тем, что ему нравится, и двигаться постепенно к своей цели. Не может только тот, кто ничего не делает. Кто ищет причины, отмазки, у меня нет времени, у меня нет денег, у меня нет ресурсов, я постоянно занят. Вот даже сейчас, когда ты смотришь YouTube, я для тех, кто пытается какие-то отмазки придумать, мог бы ты этот час времени потратить на то, чтобы как-то начать реализовывать свои цели, свои мечты, к ним вперед двигаться. Поэтому нет ничего невозможного. Самое главное, нужно что-то делать. Вот и все. Упорство, упорство, упорство. Ошибки у всех они бывают, не стоит их бояться. Ошибки — это нормально. Ошибки — это повод понять, что ты что-то сделал не так, и в следующий раз этого не делать. И если у кого-то какие-то были ошибки, это не факт, что ты будешь делать то же самое, у тебя возникнут эти же самые ошибки. То есть на других каких-то равняться никогда людей не стоит. Стоит равняться лишь на тех, кто успешен и добился успеха. Но самое главное, все-таки моя цель — это вот... Это не описать словами, это просто можно передать. Это вот так. Это вот такое вот состояние, когда ты просто кайфуешь от жизни. Вот к этому я стремлюсь, и его я обязательно достигну. А вам хочу сказать отдельное спасибо всем, кто досмотрел до конца, за ваше внимание. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого, всем пока-пока.